Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер и Шторм. Всем здорово. Так, и мы катаем... Этого достаточно. Эй, блядь, едем. Едем. Бой. Дебилы. Так, я, наверное, стартовую точку не буду занимать, я лучше займу поближе. Она будет у меня как перевалочный пункт. Начальные точки, нахуй. Опа. Нихера себе где-то. Я, короче, там, где ты в последний раз был. Чтоб не дезинформировать тебя, так сказать. Ты чё, справа... Да, справа. Я справа. Странное расположение, правда? Ну, это как бы для 2 на 2 больше, поэтому вот так вот. Сука, главное, чтобы ты меня сейчас не подловил, когда я еду. Тут нужно это самое... Поддефить немножко. Против этого. Осторожно. Ага, слышу, как едут танки. Ёб твою мать! Привет! Нет! Да, командир. Вполня. Какой будет приказ? Да, командир. Какой? Бой готов, бой, командир. Бой готов. Не подведем. Какой будет приказ? Ладно, живи, сука, живи! Бой готов. Ой. Ой, боль. Живи, тварь! Давай. Отсасывай меня. Отсасывай. Отсасывай. Соси. Соси песос. Соси. Ух. Опасненько. Почти просрал. Ёб твою мать, у тебя там еще что-то. Пулеметик! Работать! Слушаю! Ёба добро! Что-то нехорошо мне. Известное дело. На выход, парни! Из грузика! Здесь пехотные бои! Танк! Здесь. Убить 76-ку! Шмяк! Пехотные бои, быстро! Нечестно! Нормально! Батарея. Пушечка! Нечего было тут раскладываться. Сделал бы в тылу, все было бы хорошо. А где мой пулемет танковый? У меня станковка должна быть где-то. Маневр готов. Но я ее потерял. Куда я ее дел? Не подведем. Точка наша. Не подведем. Мяш-мяш. Точка наша. Нормально. Батарея на свет. Так, тут мы вас отпиздохали. Ну еще кто кого отпиздохал, у тебя один КВ остался. Ну да. Я просто возвышенность занял и из-за этого выиграл. Но там то, что у меня так долго будет жить сушка, это удивительно. Я думал, она быстренько сольется. Что там по мне гасит? Ой, ёп, пушечка твоя. Отбили немца. Батарея на связи. Так, миномет, в тыл. Второй миномет тоже в тыл. Шифера, в тыл. Артиллерия на связи. Здесь. Пехота, в тыл. Здесь. Пехота, в тыл. Понял. Пушка, развернись. Занимаем выгодные позиции, все дела. Точка первого линии обороны. А где снайпер? Только не говорите, что я просрал снайпера. Кажется, я просрал снайпера. Арт-позиция. Я просрал снайпера, моего любимого. Я мой снайпер! Сука. Готов. Вы все одно подразделение? Нет. Слушаюсь. Ждем приказа. Пехота. Да, я просрал снайпера в бою. Жопа. Артиллерия на связи. Здесь. Блин, а я любил снайперов. Здесь. Они классные. Так, что это? Ой, я твою пушку случайно занял. Окей, тащим ее. Я еще хотел свой пулеметик занять. Не положено. В смысле не положено? А, нужно поближе подойти. Слушаюсь. Батарея. Мне ни хрена не осталось. Выполняю. Че? Че у тебя осталось? Много пехоты, легкие пушки, тяжелая пушка и КВ. Ну и минометы.
то есть фулл сет пехоты, почти фулл сет. Я там просрал, может, один отряд на сражениях с тобой. Ну, а так... просрал дофига танк. Чё? Ну, и один так, и танк выжил. Так точно. Ну, у тебя расположение неудачное попалось. Да, у меня там это самое. Дрюкин в неудачной позиции. Батарея. Артпозиция. Готов. Орудие. Здесь. Так точно. Готов. Я. Это артпозиция. Эй, бля. Шофера, ты чего? А ну давай. Готов. Занимайся. Пехот. А чё это у меня? А, инженерный грузик в тулу что-то застрял. Батарея на связи. Выполняем. Батарея. Блин, еще 4 минуты подкрепления. Так точно. Так точно. Прикольно. Артиллерия на связи. Там вроде бы мощные должны дать подкрепление. Две пантеры и... И штук. Третий. А мнишка ты я потом дадут, походу. Батарея на связи. А вот я знаю, был КТ. Но в подкреплении на 20-й минуте батарея. Будет Джак Пантер. Бля. Чё, херня, по-твоему? Батарея. По мне нормально. Есть. Чё, блять? Приказ ясен. Чё было? Батарея. Есть. Бля, подожди, дай я чё, Ади чё-нибудь одену, а то холодно сидит. Да нормально мы тут нихера не делаем вообще-то. Семечки пока что пощёлкаю. Пока 10-я минута не настала. Батарея. Орудие. Артпозиция. Артпозиция. Артиллерия на связи. Приказ ясен. Тут. Артиллерия на связи. Шофера слушаю. Разведочка. Известное дело. Батарея. Вот, блядь, семечку уронил. Эть. Нехорошо мусорить. Блин, как же я соскучился по катке. Да, каточки. Все лето не катали как-никак. Надо будет и в казаки завтра сыграть. Да, можно будет и в казаки. Казаки это хорошо. Казаки это хорошо. Это, конечно, хорошо. В тылу тоже хорошо. А что еще лучше может быть? Блицкрик? Не, на самом деле можно поиграть в Silent Hunter и еще в много разных игр стареньких. Ну потому что в 2000-х как бы дохера стратегий выходило. Будет во что поиграть, короче. Бля, еще минута до подкрепа. Ага. Так, сейчас будет подкрепа. Подкрепленьки. Тут! Вперед! Вперед! Задание понял. Ну, бля. Соси хуй. Можете, пожалуйста, пососать? Скорее, кто пососет. Я-то тебя развел на авиацию. Теперь ты, у тебя не будет поддержки авиации в штурме. А мы же подумают... А чё, мне дефать, мне норм. Добро!
Арт-позиция. Далеко. Какой будет приказ? Жду приказа. Да, командир. Да? Так точно. Тут. Какой будет приказ? Чё, прям тут зенитку раскладывают? Они нагловато? Не в бровь. Так точно. Вообще, короче, прям тут зенитку раскладывают. Погнали. Позиция. Выполняем. Ну да, да, давай, разведуй меня полностью. Хорошо. Враг уничтожен. А ты чё, сомневаешься? Пехота на связи. Есть. Выполняю. Готов. Здесь окапываться не можем. В смысле окапываться не можешь? Так, минометики, отбой. Есть. Минометики свою работу выполнили, наказали наглеца. Ну и ладно. Ну и ладно, хуй с тобой. На связи? Есть. Батарея на связи. Маневр готов. Пока пышно. Интересно. Хорошо. Ну сука, сломай ты эту херню. Нет, он объезжает. Жду приказа. Дебил. Жду приказа. На связи? Есть? Да, командир. Не подведем. Жду приказа. Хорошо. Маневр готов. Жду приказа. Блин, пехота, съебись. Да, командир. Ох, если бы ты сейчас напал, у меня тут на как раз перестановка. Жду приказа. Ты окапайся. Подведем. Но я тебя жду вижу, приказа. Поэтому вовремя могу развернуться и окопаться хоть как-нибудь. Есть. Так точно. Твою мать! Отставай. Разворот! Разворот! Чёрт! Тормози! КВ-2, спасай! Как это так? Ну потому что ты в лоб атаковал ребят, которые сидят за мешками. Мог бы со стороны объехать. Покопали. Бой готов. Мы же договаривались. Обход это обход через... Ёб твою мать, куда ты накидываешь? Обходом считается то, что ты объезжаешь меня с тыла или с дальнего фланга. Ну то есть объезжать по краю, это обход. А то, что ты просто на центр заезжаешь не с... Не с юга-запада. Не, не с юга-востока. А с... А с юга-запада, да. Далеко. То есть это херня. То есть это нормально. Это можно. Автобат. Поменять тут направление атаки юго-восток-юго-запад, это нормально. Объезд по краю, это поеботина. Готов. Жду приказа. Есть. Ну а как еще вскрыть ребят в окопах? Тут. Уже едем. Машина на связи. Ну ничего, у тебя там подкрепушка давно была. Занимаю позицию. А у русских как раз сильное подкрепление. То есть на первом подкреплении можно продавливать германцев. Угу. А на последнем, когда будет коты-то сосать больше? Ну только у меня как бы силы сохранились. Известное дело. Доступна поддержка с воздуха. Поехали. Ли-2 американский. Советский Союз подумал. Зачем нам разрабатывать здесь свой транспортник? На это тратить силы, деньги в военное время. Купили патент на производство Ли-2 у американцев. Он у них назывался Дуглас. И начали херачить свои по американскому образцу. Интересно. Ну и чё, пофигу деревня. А? Пофигу. Пехота на связи. Не, интересно просто. Понял. Я ж как бы люблю историю. Но я по-прежнему не буду теперь вызывать на эту шваль самолет. Зато я десант высадил. У меня немножко пехоты. Чё, господи. У меня есть немножко пехоты. Понял. Так точно.
Чё? Чё там? Понял. Хе-хе, штурмовик. Батарея. Но у тебя и нет противодействия ему. Выполняю. Как это нет? А зенитка тяжелая. Ну? Как скажешь. Снайпер! Нашелся. Готов. Я думаю, я его потерял. Есть. В бою. Бля. Ну как это так? Почему он не уничтожил? Потому что ему нужно успеть зайти на врага. Угу. Давай. А мне там что? Два выстрела и готов, по идее. В ГСМ моде, кстати, тяжелая зенитка 85 мм может сбить сама. У русских есть 85-миллиметровка. Арт-позиция. Ну да, это 85 как раз и она. Тихо. Ой, блин. 3 минуты до подкрепления. Чуть-чуть левее. А у тебя его еще будет больше. Вот подстава. Получи, красавчик. Хватит прятаться. Ладно. Вот, блин, я слышу твои эти самые шумы. Сейчас вообще ничего Давай. Не происходит просто. Перезаряжай. Вот так. Какого фига? Батарея на связи. Так точно. Угу. А где ты снайпера берешь? Увидим. А из этого самого автомобиля офицерского. Бля. Как скажешь. Перезаряжай. Он не боеспособен, то есть это не мотоцикл. Так, я пушку это самое. Арт-позиция. Да. Так где там твоя? Тут и залечь негде. Сделаем. Тихо. Родину. Хватит снайпера юзать, ты мне так все выбиваешь. Он же всего лишь один боец. Его убить, расплюнуть. Посмотрим. Чуть-чуть левее. Ну? Ой, бля. Как скажешь. Ты что, грузовичок везешь? Ты это самое, высади снайпера, а грузовичок верни. Да идиот, господи, вот сложно было. Так, бинокль, как там твоя арта? Блин, нужно поближе, Посмотрим. Не вижу, как там твоя арта. Сдохла. Как скажешь. Так, вижу горящий грузовик. Бинокль еще не достает. Так точно. Да. Давай. Как скажешь. Ага, вижу, слился. Отлично. Посмотрим. Диверсанта сейчас зашлем. В смысле? Увидим. В прямом. Снайпер. Давай. Летим. Тихо. Че там за хрень? Увидим. Лишка. О, по хрипушечке. О, Катюша. Прикольно. Да? О, ну уже. Яхпанцер! Ядрит твой налево. Я говорил, там будет Джага. А вот это вот уже весело, она будет выносить. Ну, если я ее не вынесу с импопозиции. Как скажешь. Пехота на связи. Машина так, грузовички в тыл. Сейчас будет мясо. Известное дело. Артиллерия на связи. На связи. Выполняем. Жду приказа. Сейчас будет мясо. Позиция. Окопали. На связи. Не подведем. Ну. Увидим. Да ё-моё. К бою готов. Артиллерия на связи.
Маневр готов! Угу. Увидим. Не-не-не-не-не, не туда, не туда. Есть. Так-так-так-так-так. Бою готов. Маневр готов. На связи. Мать твою, ты что делаешь, Джонни? Джонни, мать твою. Бою готов. Да, командир, есть. Здесь окапываться не можем. Здесь окапываться не можем. Да ладно, здесь, сука, окапываться, бля. Не можем. Занимаю позицию. Да, командир. Так точно. Да. На связи? Не подведем. Да, командир. Жду приказа. Жду приказа. Позицию. На связи? Отставить. Да. Посмотрим. К бою готов. Да, командир. Так точно. Так, отряд пехоты. Пехота. Срочно пехоту у меня. Слушаю. Готов. Мы подождем пехота. Еще, пожалуй, минут 8. Пехота. Нормально. Так, кто? Ну это самое, спасибо, что даешь мне время расставить, а то у меня вся техника в тылу. Пожалуйста, не за что. Так, что там мой девятый? Ты вообще не хочешь разворачиваться, задница и стоит к фронту. Нормально. Арт-позиция. Маневр готов. Развернись уже. Что, куда? Что, куда? Да, блядь, развернись! Что, куда, блядь? Да никуда! Идиот. Господи, такая похеротина у меня сейчас творится. Ох, ёб твою мать! У нас там это самое, перестрелочки, перестрелочки. Маленькие. Посмотрим. Бою готов! Никак нет! Как это никак нет? Ты чё, дебил? Не, никак нет, а так точно. Занимаю позицию, окопали. Никак нет, нахуй. Батарея на связи. Вот спросишь, когда дембель, а я скажу, никогда. Никак нет, нахуй. Хорошо. Бою готов. Окопали. Хорошо. Не подведем. Эх, маленькая дистанция на самом деле. К бою готов! Здесь окапываться не можем! В смысле здесь окапываться не можем? Ну едь, давай вперед тогда. Пехота! Почему эти дебилы объезжают столбы с объявами на станции? Здесь окапываться не можем! Ты здесь окапываться не можешь? Да ты охуел! Здесь окапываться не можем! Оп, что это? Пехота, разведочка. С тобой. Здесь ты здесь окопаться не можем? Иди нахуй. Хорошо, гасит. Осторожно. Ждем приказ. Пехот, ты подвижен. Готов. Ёб твою мать. Как хорошо, что они урона не наносят. А, точно, у меня же тоже есть ракетная артиллерия. Да, точно, у меня в тулу куча всякого дерьма, которое... у меня тупо столпилось. Нужно его раскидать во все стороны. Я тебе хоть что-нибудь сделал? Нет. Маневр готов! Валентайн? Так точно! Есть! Абсолют. Ждем приказа. Пехот не подведет. Здесь. Есть. Вообще обзор не дают, дебилы. Слушаюсь. Пехота на связи. Это можно. Ложимся на обратный курс. Готов. Пехот не подведет. Идиотные офицеры, короче. Вообще ничего не могут. Арт-позиция. Арт-позиция. Приказ ясен. Так, где мой десант? Орудие. Ждем приказа. По-пластунски. Как скажешь. К бою готов. Автобат.
Я... Да? Авиация противника. Мэйдэй, мэйдэй. О, британцы. Обожаю озвучку британцев в этом самом Блицкриге. Классно очень. Ждем приказа. Так точно. Там. Найн! Ну, ПТХ мне выбил. Ну, хоть что-то убил. Ну да. Того. Готов! Тут! Блин, сколько же у меня грузовичков, капец какой-то. Тут! Я хорошо слушаю! Я! Я! Артиллерия на связи. Так точно. Alt R, дальность. Снайпер, разведка. Ага. Что у нас увидим. Тут? Как раз батарея. Вовремя. Alt R. Приказ ясен. Ответка. Что? Ты видел это? По грузовичку попало и не пробило. Ты мне зенитку убил за сушку. Я падла. Вижу. Тихо. Чтоб твои солдаты от спида померли. Готов. А ты, как обычно, не так, умеешь готов. Ругаться. Готов. Удиви. Так точно. Арпозиция. Да зачем говорить от спида? Просто, чтобы они все сдохли. От спида, блин, ну что за детский сад? Так, 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 инженерный грузовик. Почини здание, оно, а то что-то оно разваленное уже. Осторожно. Снайпер. Отработай. Пехота на связи. Пехота может. Не, блин, это дебильная карта. Почему? Нормальная карта? Автобан. Просто ты не умеешь дебиль. Играть. Меня отсюда просто на изи вы это самое, выковыривали. Пошли лучше в тылушку, я там хоть тебе здесь. Хоть как-то могу противостоять. Так точно, позиция. Ну, блядь, ну у тебя вообще смекалки нет. Ни объехать, ни ничего. Сидишь себе от деф, как будто бы это ты на точке, и я вокруг тебя должен плясать. Где твой снайпер говорил... Устроишь мясо. В итоге. Ух, блядь. Ладно. Я случайно снайпера в твой тыл послал. Он сейчас за убери, твоими танками, короче. Да. Че? Убери, я тебя не засылаю, диверсант. Не-не-не, он прямо за твоими танками случайно начал лазить. Я ему приказал просто твой грузовичок расстрелять, а он куда-то делся. Разведка. Так, бинокль. Ага, вижу на горизонте, ребят. Как бинокль скажешь. Штука хорошая. Так, артиллерия. Арт-позиция. Есть цели указания. Пехота. Есть. Где мой снайпер? Куда он делся? Используй снайпера, используй артиллерию. О, привет. А у меня тут разведка в здании. О, доступна поддержка с воздуха. Так, больше пехоты. Подтверждаю. Тихо. Сейчас наштампую себе пехоту. Давай. Так, снайпер. Цели указания. Опа. О. А что дали нам? Это у нас элитка какая? КТ-шка! Польские всё. Солдаты, привет. Так, КТ, Пантера. Артиллерия на связи. М37, 45-миллиметровка. Нормально. Летим домой. А мне 50 миллиметров дали. Орудие. Так, мне санитарный. Самоходную арту ой, дали. ИС-3, К-85, Шерман, медицинский, ИСУ-122. Машина на связи. Ага, и Д-30, и... не знаю, ЗИС-3 или ЗИС-2. Не могу определить. Хороший у меня тут фронт в тылу собрался. Арт-позиция. Куча пехоты раскидана. Арт-позиция. Грузовички повсюду. Орудие. Шофер на связи. Так. Арт-позиция. Ты должен активно разведывать меня. Все дела. Добро. Использовать снайперов, осторожно. Использовать свои танки. Они у тебя стоят что-то. Давай. Хинкали 111. Ой, вей. Готов. Так, ребята с биноклем, глядите. Пехота. Ох, блин, мою пехоту с фланга убили.
Блять, а ты что, не можешь стрелять по такому? Батарея. А ты-то чего? И ты не умеешь. Понятно. Ёб твою мать, сейчас танки убьют. Фух, все мимо пошло. Только пехоту разбили. Слава тебе, господи. Так, я вижу КТ у тебя там. Так, ну с богом. С богом в лоб сливаться? Ну, это действительно с богом. Батарея. Поехал нахуй. Действительно поехал. Блин, я немножко не успел подъехать. О, ёб твою мать. Чек Пантер. Неужто всковырнёшь сейчас меня? Блядь, потихоньку разбивается. Ой, да. Да идиоты, гос. Так, Чек Пантер живой. Плохо. Чек Пантер слился. Хорошо. Ты бы хоть подконтроливал, а то они едут. Сбоку бы всковыривал, а то ты едешь в самый центр, там, где все мои силы сосредоточены. Нужно сбоку по одному там выковыривать, что ли. Вот так вот, как ты сейчас делал. Хорошо. Автобан. Машина на связи. Уже так, это же D30? Да, это D30. Хорошо. Ох, бля. Развернись! Что, куда, блять, разворачиваться пора? Ух ты. Я у мамы рифмоплю. Ты бы отвел своих, да починился бы, пока они еще живы. Нет, он вот так упрется. Ну давай. Сбился. У тебя, блин, КТ почти умер. Мог бы отвезти, починить, а бы инженерным грузовиком. У тебя прям капелька. Ну не тупи, я тебе, блядь, своему противнику подсказываю, где это видано. Тюнтель. Блядь, в прямой видимости. Мне что ли подъехать и добить тебя? В таких ситуациях противник подъезжает и добивает. Я тут с тобой цацкаюсь. Есть, готов. Это не карта тупая, это ты тупой. Я уже давно не играл. Ты ну так, блин, ну мозги-то включи, что нужно делать, чтобы выиграть. А не просто отправлять на убой имботехнику, которая нихера не имба в твоих руках. Ты видишь, сколько я вынес? Ну да, ты... Потому что я не сопротивлялся, я дал тебе просто меня сбоку обойти слегка и выносить по одному танку. То есть у тебя стреляют все танки, у меня стреляет только один. Который самый ближе к твоему флангу. Ну да, вынес. Угу. Так, инженерные грузовики, чините. Ага. Так, что это? ЗИС-2, понятно, дерьмище. Ты пойми, сколько я уже не играл, ты что думаешь, я... Ты думаешь, я играл много? Просто у тебя мозги на такое не разработаны. Я, блин, сколько во все стратегии играю. Нужно просто понимать, что нужно делать, чтобы твои войска выигрывали. Мог бы обойти вообще с фланга там, где этот стенд за разрушенным зданием. Это вообще был бы трабл для меня. Ты бы меня вскрыл и сейчас бы сидел на моей точке. Я бы бешеным темпом отступал. Арт-позиция. Выполняю. Тут и заличные. Батарея на связи. Есть! Я сейчас бы мог бы просто подъехать всеми своими силами и выбить тебя. Маневру готов! Есть! Ты чё, дебил? Окей. Сейчас быстрее, тут... поддержка с воздуха! Да быстрее! Мог бы перемещать свой КТ, чтобы мой Л2 не попадал. А мой Л2 дебил, он по-другому стреляет. Круто. Даже не убил. Нормально. А это хоть и истребитель? Кажется, это штурмовик. Сейчас будет больше штурмовиков. Мой дебил, это самое, не решил по тебе стрелять, он сейчас заход делает. Все, в конце моему. Ну окей, твой выиграл, поздравляю. Батарея на связи. Так точно? Ёб твою мать. Убить! No. Эй. Батарея выстрел. На связи. Раз, выстрел, два. Готово. Сейчас момент. Так. Ждем приказа.
Так, ребята сюда. Есть, ребята туда. Всюду, ребята. Оппозиция. Ты разворачивайся. Выполняем. Тебе какой тоже сюда, приказ? Вот как-то вот так. Да, командир. На связи? Хорошо. Надо бы фронт Батарею немножко сдвинуть. Какой будет приказ? Что он меня не устраивает в таком раскладе. Ты сейчас сколько процентов техники твоей перебил? Ты хуй его знает, я сейчас в процентах еще должен читать. Я в численном количестве не знаю. Ты в процентах меня просишь. Ну вообще охерел. Ты что, не умеешь проценты считать? Как? Я умею, но я не знаю, сколько у меня слилось. Тут же трупы не навсегда остаются, они вот превращаются в вот эти вот выгоренную землю. Видишь? Вот это все трупики танков. У меня взвод итальянской пехоты какой-то, да. У меня польской. Давай устроим бой. Мы и выиграем. Давай, в деревне. Где ты, помнишь, пытался закрепиться? Так я не пытался. Я. Не надо, нет. Так, ладно. Пехот не подведет. Снайпер. Твой выход. Пока затишье, можно снайпером поработать. У меня, короче, столько пехоты. Просто до хера. Она у меня просто весь тыл окружает. Да. Я. Так, инженерный грузик. Шоферный. Знаешь, что делай? Давай-ка чини вот это здание. Ёбан. Пока оно совсем не умерло. Автобат. Так, а почему никто не это самое не загружает в мою ракетную артиллерию снаряды? Твоя ракетная артиллерия, кстати, выжила и откатилась куда-то назад. Вот, блядь. Я твой весь отряд пехоты в деревне. Кошки слушают. Это можно. А что вообще делает медицинский грузовик? Это кажется самая бесполезная херня. Что, ты воскрешаешь, что ли? Нет, не воскрешаешь. Наверное, лечит людишек. Так они умирают от двух пуль. Это не как в третьем Блицкриге, там, где они выживают после танкового снаряда. А ты что, играл в третий? Нет, я смотрел. Херня полная. Сделали Clash of Clans, только чуть-чуть более проработанный. Стоп, ракетная артиллерия! Куда ты стреляешь? Ага, на передовую. Т-30! Ой, БС-3. О, прямое попадание по этому самому, по Валентайну. И ему похуй. Отлично. Как-то так. Ракета 15 сантиметров. Не знаю, она... в этом самом. Здесь. И Валентайну похер на нее. В этом самом, как его. В ВТВ я там бы и тигр откинулся. Да. Уже едем. Ждем приказа. Это можно. Убить. Что-то нехорошо мне. Не дать закрепиться. Пушка с холма. Ебысь. Еблысь. 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 Глобальный еблысь. Слушай. Еблысь. Еблысь. Отлично. Приход. Здесь. Давай сейчас, короче, пехотные бои устроим. Так, подтягиваем резервы с тыла. Это можно. Здесь. Я в сарайчике сейчас укрепился. Сарай, говоришь, где тут сарай у нас? Давай, попробуем из сарайчика выбить. Ты о каком сарай вообще? Ладно, артиллерия, ты сюда. Прибыло подкрепление. О, пехотные бои закончились. Так, что у нас тут? Какое-то слабенькое подкрепление. Шофера слушают! Согласен, тебе что дали? Есть. У меня тут фронт полных полный зеленых точек. Т-34, Шерман, Т-34. 80 паточки, естественно. О, еще один снайпер. Крутяк. Сейчас! Тихо! Тихо. Выстрел. Так, снайпер, гаси. Чистого неба! Тихо! Перезаряжай! Опять ты! Один готов! Снайпера вообще такая имба. Так, снайпер, биноклем смотри, что у них там. Ага! Арт-позиция. Пусть поближе подойдут. В смысле пусть поближе подойдут? Гаси давай! Точно! Летим домой! Ребят на убой отправил.
у тебя кучно стоят войска вообще. Шмяк, 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 шмяк. И ты нифига не сделал. Шмяк, шмяк, шмяк. Ну как сказать, нифига. Я убил твою ракетную артиллерию. Ну. Снайпер, спасибо за инфу. Ладно. Так, второй снайпер что в тылу. Ты на связку? Главное не потерять его. Ага. Осторожно. Так, я не понял, по-моему, снайпер выстрелили? А, нет. Ты куда? Опять вот так вот? Ты что, дебил? Ты посмотри, что у меня. Ты же сольешься, у тебя уже КТ надбитый. Истрит, ты что, вперед поехал? Сука. Ты, да что ты надел? Ты видел, какой у меня деф? Какой, может, в следующей катке я тебе отдам горшку? А то ты как-то совсем сливаешься. У меня в тылу тут просто армада, я бы сказал. Пехота немерено. Такие позиции вообще классные у меня тут. Ну не... Чё, я тебя не слышу. Пошли чем-нибудь в другое. Другое что уже? Надоело со мной катать в это? Да вы тоже как-то сейчас надоело. Нет, ты просто сосёшь. Сосу. Я у тебя не буду сосать в ВТВ. Ну более-менее.